Всем доброго времени суток, ребята. Мы с вами Облака. Это фраг. Вторая часть уже. Ну, вторая серия. Две атаки. Защита, паза, центр. Нормально. Сражаться. Это с настоящими игроками играю. Я недавно общался с Русланом. Очень громко, очень громко. Я недавно общался с Русланом. Где-то через пару дней у нас будет совместное видео. Triple frog. Так, мой двойник. Поставил и... Странно. Блин, зачем я это сюда? А, все. Из меня стрелок, блин, не могу нормально попасть. Ой. Попали. Будем всех нагибать. Ну, почти всех. Ну-ну. Чё так сложно-то? Ладно, поближе подойду. Всех завалил. Может, я тоже присоединюсь. Вот так сделаем. Еще, еще. Я этого тоже завалил. 3 минуты. Смешно. Но это легко, потому что я давно играю, и с новичками намного легче, чем с другими. Бот мама. Бот. Защита. Пока хантер. До свидания. Черт. Десять убийств. А, не, не 10. Нет, не 10. В
Второй уровень по убийству. Метасчет. Будем сейчас играть за... Ой-ой-ой. За... Дэна. Да, за Дэна там. Еще за кого? За... Ну, короче, во время игры определюсь как-нибудь. Ну, за Бутамаму, ну, намного легче играть. Это же защита. У меня 3 защиты, 3 атаки. Вот он. До двух. До двух. Как их звать? Я не думал, что Джет намного слабее этого персонажа. Но больше всего я ненавижу вот этого. Вот. Блэд. Кэт. Вот твоя цель. Вау. Закопали меня, закопали. Вообще-то, когда мои боты убивают других игроков, это засчитывается за нее. Сейчас. Какой умный. Он могёт. Вот видите, только что убил мой бот. Робот. Ой, спасите, спасите. Ну и куда ты? Хо-хо-хо. Три убийства. Что-то мало. Ну, серия убийств, но все же. Чё, арена 2? Да, арена 2. Ещё одна битва и всё. Забираем.
Ого, уже начали. Она действительно солдафон. Не шутить со мной. Это не мои. Есть. Зажал и убил. Кто-то ко мне. А ну стоять. Никуда не пойдешь. Хотя я труп. Один выстрел, и я победитель. За Дэна будем играть. А он не шел так. Есть. Побежденный. Чуть-чуть. Давайте-ка попробуем один раз. 2 на 2. Разочек. Я там что-то пропустил что-то, нет? Эх, ладно, тогда тут закончим. Если вам понравился ролик, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня. Пока-пока. Блин, жалко, что не получается.